Приветствую вас, друзья! В этом видео хочу вам рассказать о такой замечательной многофункциональной программе, как FreeStudio. FreeStudio – это пакет программ, которые были созданы для того, чтобы работать с DVD, видео и звуковыми файлами. То есть, если вы уже давно ищете, как лучше и удобнее конвертировать один файл в другой, как работать с DVD, с видеофайлами, как качать видео с YouTube или MP3 качать с YouTube, то вы обратились именно по адресу, потому что интерфейс этого пакета программ включает в себя целых 43 программы. И с помощью этого бесплатного программного обеспечения вы сможете преобразовать видео и аудиофайл в различные форматы для iPod, PSP, iPhone, BlackBerry и других мобильных устройств. Также вы сможете записывать и конвертировать DVD и CD диски, загружать и скачивать видео или музыку на ваш компьютер с канала YouTube и также редактировать аудио и видео файлы. Итак, что же нужно сделать для того, чтобы скачать эту замечательную программу? Заходим на сайт dvdvideosoft.com. Заходим в программы и нажимаем FreeStudio. Открывается страница с программой и здесь нажимаем «Скачать сейчас». Я предварительно эту программу скачал, поэтому, когда у вас закончится процесс скачки, открываете папку с файлом и начинаем процесс установки. Итак, запускаем установочный файл, выбираем русский язык, нажимаем «Далее», принимаем условия соглашения, жмем «Далее», выбираем область, в которой нам нужно сохранить файл. Я, например, выбираю на своем компьютере папку «Проги», нажимаем «Ок», жмем «Далее». Так как я предварительно уже эту программу устанавливал, у меня выскакивает вот такое вот окошко, что папка уже существует, у вас ее не будет, поэтому вы просто жмете «Далее». И далее нас просят устанавливать файл тулбара на ваш браузер. Лично я предпочитаю этого не делать и снять галочку. Для вас, вам виднее, вы можете себе этот пунктик и оставить. Но лично я советую его убрать, потому что наверняка у вас в браузере уже достаточно поисковых систем, и лишнее оно будет только засорять ваш браузер. Итак, жмем «Далее» и переходим к установке. Нажимаем «Установить». И пока этот процесс установки идет, хотелось бы сказать несколько слов о замечательной вот этой программе FreeStudio и чем она полезна для вашего компьютера. На самом деле, во-первых, очень удобно пользоваться одной программой, да, то есть целым сервисом, который объединяет целый ряд программ, а конкретно 43, то есть уже вам не надо и играться, искать в интернете кучу разных программ по установке того или иного какого-то оборудования, да? Вам достаточно установить FreeStudio и пользоваться этим сервисом на вашем компьютере. Итак, наша программа уже практически установлена, и мы нажимаем «Завершить» и запускаем FreeStudio. Вместе с FreeStudio сразу запускается также сайт, мы можем его уже отключить и непосредственно перейти к программе. Итак, что у нас тут предоставляется? Во-первых, это работа с YouTube, далее
работа с MP3 и аудиофайлами, работа с CD и DVD файлами, с обработкой видео, с фотографией, взаимодействие с мобильными телефонами, с устройствами Apple, а также работа в 3D. Давайте я вам покажу на примере YouTube, как работает сама программа. Если вы, например, хотите скачать видео с YouTube, вы нажимаете Free YouTube Download. Выскакивает вот такое окошко. И все, что нужно для этого сделать, чтобы скачать видео, вы заходите на YouTube, открываете любой ролик, выделяете ссылку, копируете, переходите назад в окошко и нажимаете кнопочку «Вставить». Итак, с YouTube загружается видео в нашу программу, и когда заканчивается процесс установки в программу, ведь, как видите, пишет «Готов к скачиванию», вы нажимаетесь на синюю кнопочку, и начинается процесс скачивания. Все очень просто, очень удобно. Лично мне эта программа очень подходит, очень нравится. Ну вот, собственно, и все. Наш файл загрузился и скачался на компьютер. Можем посмотреть папку с файлом. Вот он у нас есть. Все работает, все удобно, нет ничего лишнего. Итак, сегодня мы научились работать с программой Free Studio, научились ее устанавливать и частично работать. Ну что ж, до новых видео. Выбирайте правильные программы, удобные для вашего компьютера.